Ну, что касается выступления на взрослом уровне, то их, ну, по большому счету, раз-два и обчелся. Не все получилось у этого фигуриста. Ему очень сложно будет сохранить свою девятую строчку, если учесть, что
Шафик Бесигье и Паоло Бакини набрали за свои прокаты уже более 180 баллов по сумме короткой и произвольной программ. Да и Лорена Альвареса из Швейцарии 174,5 балла почти. Почти 60 баллов, 59,50 было у Станислава Перцева. После короткой программы это означает, что ему для того, чтобы выходить хотя бы на текущую третью строчку, нужно набирать больше 115 баллов за свою произвольную. Мне кажется, проблематично будет собирать этакую сумму, но тем не менее Перцев, я думаю, что побоится. Хотя у него вот лучший-то результат за карьеру в произвольной программе 102 балла и 29. Личный рекорд нужно перекрывать на 13,5 баллов. Проблематично, как мне кажется. Лут, по-моему, даже докрученный. Тулуп. Ридбергер. 2-2, вот это хороший каскад. Может получиться у него добрать очков после не самого лучшего, не самого удачного начала. А мы с вами ждем выступления Яника Панцеро, пожалуй, самый известный, самый титулованный спортсмен среди второй с конца разминки, так уж точно. А уже в заключительной группе участников увидим и Сергея Воронова, и еще двух россиян, Дениса Люшина с Иваном Балиевым. Закроет же соревнования Набунари Ода из Японии. Результат Станислава Перцева 101,66, он до личного рекорда даже не дотягивает, и в итоге он, по-моему, так опустится то ли на пятую уже строчку. Да, только пятый, 161,16 балла, пятый результат. По-прежнему тройка сильнейших выглядит так: Бесигье, Бакини.